Всем привет! С вами Светлана и Алекса. Вы находитесь на канале «История жизни одной обезьяны». Сегодня праздник Рождество, и мы хотим поздравить всех с этим замечательным праздником. Здоровья всем, удачи, успехов и всего-всего самого хорошего. Пусть исполнятся все ваши желания и все ваши мечты. Мечтайте больше! А сегодня мы решили Алексе дать то, что она никогда не пробовала, и хотим посмотреть, что же она будет с этим делать? Алекса, смотри, что тебе дали. Смотри, что там. Будешь открывать? Там конфеты. Ты не пробовала конфеты? Что там? Давай откроем коробочку. Алекса решила сама распечатать конфетку. Вкусненько. Вообще животным нельзя много сладкого давать. Обезьянок это тоже касается. Поэтому мы много ей давали. Тебе понравилось? Тебе нравится? Вкусно? Отдай маме. Ты попробовал? Дай маме теперь. Дай маме. Дашь маме? Дай маме чупа-чупс. Дай маме чупа-чупс. Дай, дай. Давай вдвоем. Маме тоже можно, да? Смотри, там еще есть. У нас тут перышки прилипли. Давай другой посмотрим. Смотри, тут еще маленькие есть. Лекс, это уже в перышках, он уже невкусный. Давай другой. А вот такой хочешь? И такой хочешь? Нам надо все попробовать. С мамой поделишься? Кто же запечатывает эти чупа-чупсы? Как их так распечатывать, да, Алекс? Какая классная конфетка у нас, да? Замечательная конфетка. А я заберу? Дай заберу. Нет, я заберу. Можно? Ну вот мне можно забрать. А думаю, больше никому бы не отдала. Отдаст Лекса конфетку? Лекс, где конфетка? Оператор дает тебе конфетку? Ой, как вкусненько. Вкусненько. Надо же, такая вкусная конфетка. Не отдам никому, скажи, да? Скажи, ну хватит нас дразнить. И да, мы теперь все в конфетке. Вся моська. Отдай маме. Ну, отдай маме. О, я тоже так умею, смотри. Застряла она там. Дай мне, мне дай. Как вкусненько. И тебе вкусненько. А мне? А мне дай. Дай мне. Дай мне конфетку. Ну дай мне тоже конфетку. Тебе много сладкого нельзя. Мама тоже хочет конфетку. И мне конфетку. И я хочу конфетку.
Я хотела сказать, возьми еще себе. А это маме отдай. Вкуснее. Так, ну я думаю, на сегодня достаточно, да? Достаточно? От сладкого могут зубки болеть. И вообще, маленьким обезьянкам сладости вредно. Ну а мы с вами прощаемся. Пока-пока.